Ну, сегодня первый день после новогодних каникул. Как обычно, рассматривался вопрос по положению дел с бетоном. Мы со своими людьми в пятницу были на горизонте, посмотрели итоговую последнюю заливку бетона и работа со скользящей опалубкой. Вот те результаты, которые значит, были перед нами на лицо, которые ваши коллеги сфотографировали, они, безусловно, не вкладывались ни в какую систему. Вот, и поэтому сегодняшнее собрание, которое проводил Сергей Юрьевич, оно показало, что хоть, как говорится, коней на переправе не меняет, но тут пришлось менять все. Я думаю, что есть очень серьезные вопросы и к компании, вот, которыми мы работаем постоянно и которые отмечали, что она по сравнению с энергетиками заметно выше стоит, но тем не менее целый ряд моментов, которые сейчас вытекают из принятого решения о демонтаже опалубки, они стоят перед нами. Это вопросы прежде всего сама технология разборки опалубки. Вот она усложняется тем, что были нарушены основные правила монтажа продольных балок, которые не становились на болтовые соединения, приваривались. Поэтому я думаю, что в этом плане должна подойти очень взвешенно и отработана эта система для решения тех задач, которые стоят. Вот. Второй вопрос, безусловно, это вот новые опалубки, вот, которую сегодня забираем с Дубровки, докупается, вот, для того, чтобы практически как-то скомпенсировать вот очередной перерыв в работе. Ну, мы рассчитываем на то, что в январе сможем принять порядка 750-800 кубов бетона. Вот. Принятое решение, еще одна, так сказать, наша, ну, мера, которая вот приходится на то, чтобы повысить резко производительность монолитных работ. Ну, детальные вопросы, которые стояли, это и высказывания представителей компании «Тернер», вот, и наших. Вот, сегодня было разобрано на рабочем совещании здесь. Вот, мы еще раз определились по вопросам контроля за качеством. Вот, и полагаю, что окажем всяческую помощь тем, кто занимается сейчас, Золотаревскому Ивану Николаевичу, вот, и другим для того, чтобы все-таки сдвинуть те объемы, которые надо знать. То есть выходить на 3000 кубов, потому что даже простая арифметика показывает, что мы уже отстаем где-то в пределах 4 месяцев. Это достаточно. Вот все коротко.